28 июля 23 года. Вот у меня еще сюрприз. У меня здесь растут сеянцы различных абрикосов с разных краев света, в том числе от Железова Валерия Константиновича. И вот как раз на его сеянцах вот такие абрикосы в этом году выросли. Я уже попробовал, на вкус очень сладкие, очень сочные. Вот два вида абрикосов. Вот это уже материал такой поделочный для селекции. Очень ценные сеянцы. Буду оставлять для работы. Вот еще сеянец. Но это уже морель, по-моему. Да, нет. Это из Каменск-Шахтинского. Абрикосы собирал. Нет, не морель. Морель, она такая плакучая. Но есть немного. И внизу тоже попадали. Да, Василий? В общем, есть экземпляры интересные для селекции. Прям находка по этому году с плодами. Нужно будет с ними работать. До свидания, до новых встреч на канале.